Так, ну ладно, а все Linux поставили или пока еще мучаетесь с Windows'ами, Mac'ами? Сейчас вам он уже понадобится. Если зайдете материалы на GitHub, там вот есть раздел «Разработка под ARM» и полезная ссылочка. Проходите по этой ссылочке. И что там есть? Там валяются... Сейчас еще раз показываю GitHub, направление PMI. Дальше, вот третья, четвертая неделя, пятая неделя, инструменты для ARM, часть первая. И там первая ссылка вверху ведет на готовую сборку кросс-компилятора, для того, чтобы вам не приходилось потом ручками собирать и либо из репозиториев это все. В общем, готовый рабочий инструмент. Какие файлы вам нужно скачать, распаковать? Вот те, которые соответствуют, во-первых, GCC или NAV, те, которые соответствуют вашей архитектуре, ну, скорее всего, это 64-битные, если современные дистрибутивы. И плюс еще понадобится файлик sysroot. Про него я тоже чуть позже скажу. Да, просьба сразу вот не выкачивать здесь. Вот кто дома сидит, пожалуйста, иначе вот тут интернет положит, наверное. Так, давайте сначала нет, разберем типовые ошибки, типовые ошибки. Так, я уже начал проверять ваши домашки. Некоторые вещи, они, в общем-то, актуальны для всех направлений. Так, решетка define. Кто вас так учил объявлять константы? Через define. Да. В вашей группе тоже встречалось. Нам на семинаре, кажется, показывали, что так можно. Можно, но не нужно. Чем это плохо, понимаете? То есть, смотрите, чем это плохо? Так, представьте себе, что вы написали define, какое-то значение n, неважно какое. Можно. Define n и какое-то значение, ну, типа символ. И дальше про это забыли. Что будет при присваивании этого символа n? Ну хорошо, в данном случае это ладно. Нормальная ситуация. Так, вот так более наглядный пример. Неявный каст, про который вы... Причем это может быть присвоение переменной, у вас просто будет отброшена целая часть. В какой момент у нас обрабатывается решетка define? Есть такая штука, как препроцессор. Что он делает? Он просто берет и в тексте программы заменяет все вхождения дефайнов прямо в тексте на тот, который был записан. Никакого контроля типизации у вас нет. И подобного рода ошибки просто не будут автоматически отлавливаться. Чем еще это плохо? Ну, есть такое понятие, как отладочная информация. И если... Состояние сказать, что это, ну, то, что сказать нельзя на этапе, он не может выдать как-то подчеркнуть, что мол, чтобы не А в том-то и дело, вот препроцессор, он все-таки, то есть, ну, данный пример не очень, конечно, характерный. Тут скорее при передаче аргументов функции, ну, особенно на плюсах это актуально, когда у вас есть функции, например, с перегруженными операторами, какие-то принимают int, какие-то принимают float, может быть просто выбрана не та функция, ну и так далее. И кроме того, есть отладочная информация. Естественно, здесь под отладчиком вы никогда не узнаете значение переменной n, потому что ее просто не существует. А если бы мы написали n как константу double square, это не было ровно бы такой ситуации с... Ну, в данном случае да, но, по крайней мере, компилятор это будет тщательно отслеживать. То есть правильный вариант использования
Констант – это static const. Дальше название типа float либо double. Тут тоже может быть путаница. Static – это именно обозначение чертости, да? Нет, почему? В плюсах то же самое. Кажется, константы глобально не сильно отличаются от статик глобально. Вот ключевой статик, слово статик, что в плюсах, что в C, если это относится не глобальным переменным либо функциям, то есть не внутри функции, это просто означает, что данная переменная либо функция видна только внутри данного исходного текста и недоступна извне. Противоположность экстерн. Static const double n и дальше присваиваем. Так, и в каких случаях все-таки используется define? Они обычно используются вот для таких целей, как условная компиляция. И используются для параметризации заголовочных файлов. Так, ну и в случае с целочисленными интами есть еще один способ, как объявлять константы. Это enum, но работает только для интов. Безымянный enum, в котором можно присваивать разные значения и так далее. Чем это лучше по сравнению, то есть работает только для интов, но чем это лучше, тем, что у вас экономится память, то есть эти значения, они доступны в отладочной информации, но не требуется хранить отдельно где-то в секции data значение n. Так, дальше. Что еще я у вас увидел плохого? Ой, вот смотреть ваши домашки, это на самом деле такая боль в плане форматирования кода. Пробелы табуляции. Чем отличаются отступы? От редактора. Так, хорошо. В настройках редактора это все можно править. То есть 4 отступа там, или символ табуляции у вас может выглядеть нормально. Потом вы открываете другим текстовым редактором, вносите какие-то правки. Вроде как даже визуально не замечаете, что у вас ничего не поменялось. Отправляете в тестирующую систему, что у нас происходит. Ширина символа табуляции какая? Не определена. Она даже не в символах может измеряться, если у вас не консольный текст. И начинается с того, что весь текст просто зигзагообразно скачет, хотя вроде как на одном уровне вложенности. В общем, настройте нормальный текстовый редактор, иначе я прикручу силанг-формат, и это будет ошибкой компиляции, если будет такое постоянно повторяться. Так. А из-за чего могла бы выглядеть ошибка компиляции, если оно собирается, грубо говоря, на маленькой? Может быть, как это связано, что это маленькое? Именно через GCC? Тут скорее не от операционки зависит, а от флагов компиляции. Минус W error. С флагом минус W error. Ну, значит, от компилятора и версии. То есть минус W error, он в разных компиляторах разные, то есть есть разные ворнинги, разные компиляторы даже разных версий, которые выдаются как ворнинги, либо не выдаются. Вот минус W error означает, что у вас все ошибки типа error все ворнинги становятся ошибками. И vformat, по-моему, называлось, сходу не вспомню, как это опция. Могут быть ворнинги на стадии проверки форматных строк в функциях print, scanf. В общем, внимательно перепроверьте. Так. И, ну, у вас пока вроде все, но у вас только один контест прошел. Так, ладно, возвращаемся к Linaro. В общем, эти два файлика скачали. Дальше. А там sysroot и GCC Linaro, только большие, а не маленькие. Маленькие содержат текстовую подпись. Итак, пробежимся, что там такого содержится в этих файликах, если их распаковать. В одном файлике, который GCC, да, конечно, грустно. Давайте сделаю хотя бы на белом фоне.
Так, в общем, там содержится стандартный каталог BIN. Не очень красивый EMAX, ну ладно, придется немного пострадать. В общем, каталог BIN, и там куча исполняемых файлов, которые можете запустить, и они заканчиваются на .c, .cpp. Давайте сделаем какую-нибудь простенькую самую программку или найдем что-нибудь уже готовое. Здесь можно тоже увеличить? Ну, по-моему, так достаточно круто. Просто я боюсь, что может не вылазить чего-нибудь. Ну ладно. Так, простенькая программка, либо ищем уже какую-нибудь готовую. Ну, например, Hello World для Windows. У меня это в ИТ-шниках еще остался. Обычный Hello World. Ничего особенного. Компилируем обычным. Сейчас, вот, если мы собрали его подарок, как мы его будем исполнять? Ну, вот сейчас мы это как раз и обсудим. Вот обычная программа Hello World, ничего особенного. Так. Теперь наша задача все-таки сделать под архитектуру ARM. Ну, как это можно сделать? Можно прописать полный путь к файлу компилятора, который gcc. Так. И собрать наш файлик. Но это, заметили, да, что не очень удобно. Как это можно, наоборот, сделать более удобным? Ну, есть в домашнем каталоге файлик либо bash-rc, либо zsh-rc, в зависимости от того, какой у вас shell. И можно найти, либо, если отсутствует, добавить некоторую строчку, которая называется pass. Это переменное окружение. Что, когда обрабатывается файл bash-rc? Ну, при запуске терминала shell он первым делом читается и выполняется как некоторый скрипт. Вот что означает $pass? Это использование предыдущего значения переменной окружения pass. Символы двоеточия здесь — это разделитель между какими-то дополнительными каталогами для поиска. Да, вот что будет, если вот эту штуку мы прикончим? Да, у вас пропадет возможность использовать все стандартные команды в Linux, что очень плохо. Поэтому сейчас очень вот аккуратно. Что значит экспорт? Да. Нужно. Почему-то в душе оно работало без экспорта? Смотри, с чем это связано? Вот в таком варианте просто без экспорта. Это означает объявление переменной интерпретатора, которая действует до конца выполнения этого скрипта. Потом экспорт какой-то переменной после объявления можно и дальше написать, можно это объединить в одну строчку. Экспорт означает, что значение этой переменной окружения будет доступно всем дочерним процессам, которые вы запускаете. А цепочка для запуска может быть просто очень большая. В общем, если вы это настроили, то становится. Сейчас, как только этот скрипт исполнился, все, переменная pass уже не будет видна? Да. А как ее сделать, чтобы... Ну, то есть... Сделать экспорт, и из-под нее дальше запускается bash. То есть, смотрите, у вас bash в любом случае запускается, даже если у вас графический интерфейс. То есть, вот bash, который будет работать, это будет дочерний процесс? Нет, смотрите, вы запускаете терминал, запускается bash. Да. Внутри него вы можете запускать еще один bash, вы можете запускать Midnight Commander, который в свою очередь запускает bash и так далее. Так что значение переменной окружения может потеряться в любой момент. Нет, тот самый экспорт, он, как вы сказали, просто для дочерних процессов эту переменную доставляет. Вот, это значит, что если мы хотим, чтобы он был виден при запуске, чтобы пас был новый, это будет значить, что это получается дочерний процесс. Или нет? Нет, причем он и в текущем шеле, и во всех дочерних процессах. А, текущем? В текущем тоже. Так, в общем, теперь у меня есть возможность запустить уже без этого, но по понятным причинам запустить его нельзя. Потому что компьютер x86, но
Программа предназначена для ARM. Как в этом убедиться? Ну, есть утилитка readelf, который говорит, что действительно это ELF файл, он является исполняемым, это все пишется, не волнуйтесь. Он является действительно исполняемым, ELF 32, под ABI System 5, но вот целевая машинка у нас не такая, как у обычных исполняемых файлов. Ну ладно, благо найти ARM не так сложно, давайте попробуем сделать следующую попытку, а именно возьмем наш файлик out, куда-нибудь его перенесем. Сейчас подумаю, куда это перенести. Что-нибудь типа PMP. Угу. Так. Дальше. Ну, ARM-устройств у нас, в принципе, у каждого винта полно. Втыкаем эту штуку. Так, зарядка и трафик. Передача файлов. Тыц. Ну, теперь... Где он, зараза? Так, куда-то у нас потерялся. Так, берем наш теперь файлик, который у нас где-то там валялся. Да, блин. Так, ладно, попытка номер два. Главное не промазать тачпэдом. И все будет хорошо. Берем и перетаскиваем грязными пальцами по тачпэду. Ладно. Все-таки сложно работать с машинным интерфейсом без мыши. Так, сейчас момент. Я все-таки достану мышь. Момент. Если я не забыл. Так, закидываем куда-нибудь в известное место, где можно найти. Так, все, теперь трюк, нужно эту штуку отцепить. Дальше режим отладчика. Да, Connect Access, все верно. Теперь ищем. Так, сейчас я просто включаю штуку для демонстрации экрана. Что дальше с этим можно поделать? Пинц. Так, ну как перейти в режим разработчика, знаете, в современных андроидах. Там нужно зайти в систему, 7 раз ткнуть по штуке, которые... Они там запрятались, вот об устройстве. Вот номер сборки внизу, 7 раз тыкаем пальцем. А после этого вводите пароль, и он дает вам дополнительные фичи. Ну ладно. Так, теперь нам нужен... Терминал. Терминал найти тоже дело не хитрое. Да, только он темненький. Эх, жалко. Может, а полностью свет выключается? Можно пока полностью временно выключить? О, так лучше. Теперь, где находится наш файл?
Ну, начнем с того, что Android это тоже Linux. Storage теперь. Мы свет выключили. Запущен терминал для того, чтобы достать нужный нам файл, который, ну, андроидовская файловая система, она немножко хитрая в плане расположения файлов, поэтому downloads.out куда-нибудь, например, в текущий каталог. Так, скопировали. Теперь не забываем сделать его выполняемым файлом, плюс x, имя файла еще, .out. Так, проверяем, что у нас действительно исполняемый. Так, регулярный файл, исполняемый, все хорошо, казалось бы, замечательно, да? Теперь, точка слэш, .out. Не запустилось ничего, но смотрите, текст ошибки у нас поменялся. Какой-то странный no such файл у директори. Хотя файл существует, он исполняемый. Из-за чего это может быть? Что означает ошибка нет такого файла или каталога? В какой момент она может возникнуть? Может быть, нету прав этого пользователя? Нет, тогда бы была другая ошибка, но давайте продемонстрирую. Я просто убираю чмод всем права на выполнение и еще раз запускаю, тут получаем другую ошибку permission denied. Это тот текст ошибки, который у вас должен получаться. Ну, казалось бы, архитектура ARM, да, он даже пытался его запустить. Система Linux. То есть ядро тут, что в Android, что в десктопе, это самый обычный Linux. Вопрос, а что же у нас тогда не получается? Почему? В чем еще принципиальное различие? И какой именно файл невозможно найти для запуска нашей простенькой программки Hello World? Нет идей? Ну ладно, давайте посмотрим на то... О, вот так лучше. Может, в темноте будем, пока доска не понадобится. Угу. Так, ладно, телефон уже не нужен. Как выяснилось, он нам оказался бесполезным. Давайте запомним текст ошибки. Нет такого файла или каталога. И посмотрим, что у нас вообще происходит, если мы просто берем, компилируем самым обычным образом нашу программу. Так, у нас получается некоторый исполняемый файл, у которого при этом есть какие-то зависимости. Самая главная зависимость это, ну, LD-Linux, загрузчик эльфов, и поскольку мы используем функциональность стандартной библиотеки языка C, сам файл с библиотекой libc. Так вот, Android это только ядро Linux. Никакой стандартной C-библиотеки, типа Glibc или uclib, там нет. Там используется своя урезанная реализация библиотеки Bionic. И вот если внимательно посмотреть на название файлов компиляторов, то здесь используется полное название триплета. Первый ARM это название целевой архитектуры. Дальше Linux, ну это ядро. И вот третий параметр, он как раз отличается. Toolset под гнушный набор библиотек и соглашение о вызовах. В Android оно отличается. Поэтому для Android нужно качать просто отдельный Toolset. Ну, благо это несложно, это все open source. Как запустить эту программу? Ну, вам нужна штука, которая называется Raspberry Pi. Знаете такую? Сейчас, вы что... Классный мини-компьютер, стоит недорого, достаточно мощный. Ну, купить можно, в принципе, в России, это не обязательно
во всяких. Да, вот так, такой одноплатный мини-компьютер, подключается по HDMI, вставляется SD-карточка, и все. И он бесшумный, без вентиляторов, работает достаточно шустро. Ну, игрушки, конечно, не погоняете, но современные пишки, они работают. Для чего, зачем вам вообще знать архитектуру ARM? Да. Да, есть такая штука замечательная, ставится из пакетов. Называется QEMU. Ну, по умолчанию QEMU это запуск для архитектуры x86. Ну, можно запустить машинку, так, минус N, эмуляцию какой-нибудь платки. Ну, давайте какую-нибудь просто дефолтную. Все, у вас запускается машинка полноценная на ARM. Вот, ну, нужен образ диска с операционной системой еще подключить, чтобы реально можно было использовать. Опять же, у меня на GitHub там есть ссылка на Google Диск с уже готовым Raspbian в поставке QEMU со всеми настройками. Но это тяжелая артиллерия. Все-таки эмуляция ненативного кода, это достаточно дорого, медленно, и будете замечать лаги, особенно если используете пользовательский графический интерфейс, будете замечать лаги, к которым вы не привыкли. Как будто пересаживаетесь за какой-нибудь там самый дешевый нетбук. В общем, работать можно, но не очень приятно. Так, ну и давайте все-таки более человеческим образом будем работать. А именно, если ставить пакет под названием вида QEMU User, то у вас появляется еще вот такие команды. Обратите внимание, что без названия System в середине. Что они делают? Они эмулируют только выполняют только трансляцию команд процессора, при этом оставаясь в родном окружении. То есть все системные вызовы выполняются к родному окружению, к родному ядру, и вам доступны все переменные окружения, текущая файловая система, текущий каталог. То есть как будто вы запускаете программу, забыв о том, что она для другой архитектуры. Точно так же можете передать какие-то аргументы, только опять смотрите, ну нет такого файла или каталога. С чем это может быть связано? Да, то есть тут честно пытается, то есть он честно запустил этот бинарник, но он не смог найти стандартные библиотеки для архитектуры ARM. И теперь возвращаясь к тому, а что же у вас за второй файл размером 40 мегабайт, который назывался sysroot? Я же не просто так вас просил скачать два файла. Это, если его распаковать, то можно наблюдать более-менее стандартную для Linux-систем иерархию каталогов. /lib, /bin, /usr, куча там даже каких-то команд. И вот мы находим нужные нам библиотечки. В том числе необходимый, ну на самом деле здесь не самый необходимый минимум, но большая часть, которая достаточно для самодостаточной работы. И если мы посмотрим на файлик libc, который здесь у нас лежит, то отличие от той поставки libc, которая валяется у нас в /lib или /lib64, это именно целевая архитектура ARM. Ну, как эту штуку всю скормить QEMU? Опция -l большое, и указываем путь, где у нас валяется корень локальной файловой системы с Linux для ARM. Причем это уже настоящий GNU Linux, а не урезанный Bionic с нестандартными соглашениями о вызовах. Вау, все. Теперь наша программа для ARM запустилась, все хорошо, все замечательно. С телефоном нужно делать кросс-компиляцию, ну, скачать Android NDK. Нельзя его предоставить установить библиотеки?
Да, установить. Ну, в принципе, может где-то локальную поставку положить рядом, но система Android вас там может по соображению безопасности это дело прибить. То есть проще скачать Android NDK и взять компилятор оттуда. На самом деле, вот в этих NDK там компиляторы те же самые GCC. Хотя, может, уже и C-Lang в последних поставках, не помню. То же самое с Apple. Тот же самый архитектура ARM, ну, правда, там ядро другое, но все равно работать можно, если у вас есть железяка на ARM. И на самом деле, как ни старайся эмулировать хоть полноценную систему, хоть отдельно, все равно достоверно поведение программы, скомпилированной для другой платформы, можно проверить только на реальном железе. Всегда вылезают какие-то баги, которые в предельных ситуациях могут проявлять себя. Так, ну и, собственно, для чего мы изучаем и начинаем изучать... Да, вот чтобы не писать такую длинную строчку каждый раз, опять же, можно зайти в наш любимый BashRC и куда-нибудь дописать переменное окружение, QEMU, подчеркивание UD prefix. Ну, после сохранения можно запустить... еще один терминал, и теперь уже будет не обязательно каждый раз эту строчку писать, то есть QEMU ARM A.out. Все, ну ладно, теперь, а что интересного вообще в архитектуре ARM и чем она особенна? Давайте мы сравним реализацию для x86 и реализацию для ARM, но с точки зрения того, какой там получается бинарный код. T, а минус D. Ой, он сейчас такую пеленку мне выплюнет. Давайте лучше перекомпилирую это еще раз, но не доведу компиляцию до конца, чтобы уменьшить вывод на экран. Так. Опция минус C. Что означает, кто помнит с прошлого семинара? Минус C. Ну, еще и минимизирую размер кода. У нас создается файл по имени совпадающий. Можно, в принципе, даже имя файла выходной указать. Так, обж для x86, 64. Так, и ARM, Linux, GNU, BNDC, еще один обж для ARM. Так, и тут еще требуется опция минус ARM, потом поясню, для чего она нужна. Так, вот у нас есть два объектных файла. Опция минус O тут какая-то вредная. Логично, потому что я не до конца имя файла написал. Ну ладно. Так, смотрим обждампом, что у нас получилось. Вот версия для x86. Соответствует некоторым байтам машинных кодов и соответствующий им ассемблерному коду. Видите, какая рваная получается, некрасивая линейка, лесенка. Сравниваем теперь это все с реализацией для ARM. А здесь все хорошо и замечательно, все ровненько. В чем принципиальное отличие? ARM — это процессор с RISC-архитектурой, где команды имеют фиксированную длину, и они достаточно простые. В x86, что 32-битная, что 64-битная. Команды имеют переменную длину, и на самом деле они потом в самом процессоре еще декодируются на более простые команды. Ну, это по историческим причинам так сложилось, поскольку когда-то в 80-е годы, когда создавались первые процессоры для персоналок, ну, под них реально писали на ассемблере. И это было проще, чем создать оптимизирующий компилятор хороший, который будет транслировать все в очень простой код.
Ну а потом, естественно, стало понятно, что CISC-архитектура, она не самая эффективная. Ну и в частности, по этой причине ARM-процессоры, за счет того, что у них отсутствует блок трансляции в RISC, потребляют меньше электроэнергии и распространены именно в мобильных устройствах. А вот интеловские, они как-то не прижились на всей мобильной технике. Так, ну ладно. И теперь переходим к тому, а что такое вообще ассемблер, как на нем писать. Но давайте разберем простую задачу. Тут уже мне понадобится доска, поэтому я включаю свет. И не только доска, но еще и мел. Мел тут есть. О, так можно частично только. А то вы сейчас заснете. Итак, давайте напишем простенькую программу, которая вычисляет значение выражения. Это прям я говорю условия задачи нулевой. Ax квадрат плюс bx плюс c. Имея в виду, что по условию А хранится в некотором регистре R0, а B в регистре R1 и C в регистре R2, а X в регистре R3. И результат по условию, потом я поясню, почему именно такое условие, нужно сохранить в регистр R0. Теперь о том, что такое регистры, что вообще можно делать с программой. Регистры — это некоторые элементы ячейки памяти. Каждый из них имеет фиксированный размер R0, R1 и так далее до в армиях 32-битном 16 штук, 13, R14 и R15. 16 штук где? В самом процессоре, в архитектуре ARM32. В интеловских архитектурах, в общем, в последних их регистров общего назначения 64-битных достаточно много, примерно столько же, а в 32-битной архитектуре там 6 регистров общего назначения, остальные имеют служебное назначение. Что такое регистр? Это просто элементарная ячейка размером с машинное слово, то есть там можно хранить либо int, либо беззнаковый int. Если вам для хранения требуется что-то меньше, чем размер машинного слова, все равно используется регистр целиком. Просто используется он не полностью. Так, и если вам требуется хранить 64-битные значения, то я не просто так нарисовал регистры парами, они используются в паре. Один регистр для старшей части, другой для младшей. И есть несколько регистров специального значения. То есть, что такое регистр? Это штуковина, над которой можно выполнять побитовые либо целочисленные операции. Все. Больше процессор не умеет делать ничего. Как же все-таки у нас происходит выполнение программы, какие-то там ветвления, циклы? Это все целочисленная арифметика. И вот некоторые специальные регистры имеют дополнительные назначения, в частности регистр R15 — это программ каунтер, который содержит указатель на текущую выполняемую инструкцию. Просто обычное число, место в памяти. Это не в регистре содержится, а где-то на… Нет, это значение хранится в самом регистре. Да. Так, дальше. R14 тоже имеет специальное значение, так называемый link-регистр, про него я чуть позже скажу. R13 — это stack-pointer, указатель на текущую вершину стека. И R12, про это мы в следующий раз поговорим, некий intermediate-pointer. То есть вот в ARM, в отличие от x86, вы можете использовать их как самые обычные регистры. То есть читать, писать, записывать. Что значит перейти в какую-то другую часть программы? Ну, берете и записываете значение в программ-каунтер. Так, в принципе, тоже можно делать, но это не очень наглядно. И лучше все-таки… LR еще раз, это что? Что? LR. Link-регистр, про него чуть позже поясню. Так, ну и есть соглашение о вызовах, принятое
Вообще бывают разные соглашения о вызовах, например, куда складывать аргументы функций. Можно передавать через регистры, можно передавать через стек. В Linux под ARM первые 4 регистра используются для передачи аргументов. Возвращаемое значение у нас должно возвращаться либо в R0, либо, если оно 64-битное, то паре R0 R1. Таким образом, чему соответствует вычисление этого выражения? У нас есть некоторая функция, которая имеет 1, 2, 3, 4 аргумента и возвращает какой-то int. Так, ну и что умеют делать... команды для архитектуры ARM. Базовые арифметические операции и, в общем-то, все. Ну, давайте напишем, диктуйте, как посчитать это выражение. Если мы знаем, что R0 у нас это A, так, давайте 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ну, я думаю, 7 значений нам хватит. Так, это A, B, C, X. Да, немного про синтаксис ассемблера. Он может записываться либо с тремя аргументами, либо с двумя. Например, add R4, R0, R1. Первый аргумент всегда это назначение, куда записать результат, а два других это два операнда. То есть будет произведено сложение R0, R1, результат записан в R4. И другой синтаксис сокращенный, хотя на самом деле команда та же самая, это без третьего аргумента. Означает, что нужно сложить эти два аргумента, результат записать в первый. Ну, примерно как плюс равно, умножить равно и так далее в языках C и Python. У нас есть теперь базовые операции сложение, умножение и перемещение. И давайте их отдельно выпишу, которые нам здесь потребуются. То есть операция add – это сложить, дальше операция mul – умножить, и операция move – переместить. На самом деле это не перемещение в смысле move семантики C++, а копирование из одного в другое. Два аргумента. Итак, давайте диктуйте, как там посчитать это выражение. Мул R4, запятая, R0, R3. Я буду подчеркивать те значения, куда записывает результат. Так, теперь у нас в R4 хранится, так, A умножить на X. Замечательно. Так. Мул R4, R3. Так, то есть мы берем R4, домножаем на x, получаем ax квадрат. Да. Угу. Теперь мул R5, R1, R3. Мул R5, R1, R3. Так, теперь у нас в R5 записывается, так, R1 у нас было b и R3. b умножить на x. R4, R5. Так. А здесь теперь у нас получается ax квадрат плюс bx. Add R4, R2. Так, здесь ax квадрат плюс bx плюс c. И результат мы должны хранить в R0. Ну и, видимо, R0, R4. Теперь смотри, ты поступил как обычный компилятор с формальной точки зрения, без оптимизации. Ну, наверное, можно было не в R4 писать, а в R0 ставить. А как можно сократить... Вот регистров мало, их надо экономить. Mm-hmm. Что мы здесь можем поменять, чтобы сэкономить используемые регистры? Умножить на x, добавить b, умножить на x, добавить c.
Ну, тут на самом деле можно X домножать на регистре A, B и C, поскольку это у нас, они у нас больше нигде не будут использоваться. Давайте теперь обойдемся без регистров R4 и R5, поскольку они у нас дефицитные. Так, забываем о том, что у нас есть R4 и R5. Мы можем сделать это R3. Так, ну давайте. А можно сюда как-нибудь потом поставить маркерную доску? Жалко. Так, мул R0, R3. Соответственно, здесь у нас теперь содержится значение AX. Так, дальше. Add R0, R1. Уверен? Да. AX квадрат. Плюс B, то умножить все на X. А, можно. Согласен. Add R0, R1. Дальше домножаем. Теперь это у нас AX плюс B. Ну, короче, ладно, не буду писать, то плохо мне мил пишет. Дальше. Домножаем результат на R3. И в конце добавляем C. R0, C. То есть смотри, вот человеческая оптимизация иногда бывает лучше, чем формальный подход. Хотя компиляторы, они перебирают разные варианты, как можно код скомпилировать. Сейчас мы сократили наш код до 4 инструкций и не использовали какие-то дополнительные регистры. Тем самым в R0 получили нужный нам результат. Так, ну что, у нас есть готовый текст программы для вычисления этой функции. Давайте его напишем и скомпилируем. Так. Мы его должны скомпилировать, а потом... выполнить. Так. Ладно. Вычисление выражений. Теперь смотрите, по названию файлов. Вот есть точка S большое, есть точка S малое. Для компилятора GCC это принципиально. Точка S большое означает, что внутри текста на ассемблере вы можете использовать самые обычные директивы препроцессора, решетка define, решетка include, ну и так далее. Точка S маленькая говорит, что компилятор, что через препроцессор текст не нужно прогонять. То есть здесь вы можете использовать дополнительные выражения, ну, немножко удобнее. Итак, что у нас там на доске? Точка S большое. Это текстовый редактор я запустил. Так, ладно, что у нас было написано? Mul. Обычно сотовый пишется. Mul R0 R3. Так. Mul дальше. А, нет, add. Add R0 R1. Mul R0 R3. И add R0. Так, сколько там R0 было и... А, буква C это R2. R2. Все. Так. Ну, теперь наша задача это дело все скомпилировать и как-то запустить, протестировать. Так, окей. Давайте запустим компилятор GCC. Можно компилятор AS. Так, опция минус C только скомпилировать, получить объектный файл. Так, вот у нас честно скомпилировался. Получен объектный файл export.o. Ну и objdump'ом. Ну, можно либо AS, либо GCC, и он по названию файла сам поймет. Если мы хотим не подарок.
А если не под ARM, то просто GCC без. Ну, не под ARM это. А, нет, но вот для x86 у вас просто будет другой ассемблер, он будет ругаться на недопустимый экран. Так, ладно, скомпилировали, теперь смотрим, что мы получили. Ты обычно GCC запускаешь? Да. Ну, логично. Он не понял, это ассемблер для языка ARM, а не x86. Так, смотрим, что у нас получилось на выходе. Objdump с опцией минус D – это дезассемблирование либо эльфа, либо код отдельного объектного файла. Ну, найдите несколько отличий. Собственно, та же программа, прям один в один. Но просто в более полной записи, потому что команды с двумя аргументами, команды с тремя аргументами – это просто некоторый синтаксический сахар. Так, ну хорошо, теперь нам эту штуку нужно как-то заюзать. Так, R0, R3, вот здесь вот в смысле? А здесь не особо принципиально, тут принципиально именно самый первый аргумент, куда записан результат. Ну, захотелось компилятору там побитого так поставить. То есть у нас есть несколько команд. Так, ну и надо теперь сделать как-то, ну, во-первых, для того, чтобы этот код протестировать, нам нужна какая-то оболочка высокоуровневая, ну, например, завести отдельный сишный main, из которого мы можем протестировать нашу функцию, в котором доступно пенстандартный вот вывод. Ну, давайте... Давайте без аргументов сделаю, чтобы меньше кода писать. У нас есть некоторая внешняя функция, которая возвращает int, называется, например, f с такими параметрами. Так. Ну и давайте протестируем ее на каких-нибудь рандомных данных. То есть вызовем cmd/n. Так, ладно. Я тут пишу для экономии места. Понятно, что это плохой код ставил. Так, ну давайте, чтобы совсем было очевидно, там x положим единичкой, ну или 2, так, последний аргумент. Ну и какие-нибудь 1, 2, 3. Ну, двойка, чтобы был x, было возведение в квадрат. То есть у нас получается, что должно получиться? 1 умножить на 2 в квадрате, это 4, плюс 3 умножить на 2, 2 умножить на 2 и плюс 3. Так, сколько получается? Это тест, как вы себя чувствуете пол восьмого вечера. Ну ладно. Что? А, да, логично. Так. Стоп. Один. Чего я забыл? А, да, логично. Здесь F. Угу. Все. F1, 2, 3, 4, 2. Так. Это просто для теста. Теперь компилируем наш код функции main. Тоже опция минус C. Main.c. Получаем на выходе main.o. Ладно. Теперь мы это все компонуем в единый файл. Вы собрались какие-то опции, которые не до конца собрали? Да, не до конца, только создан объектный файл. Так, теперь компонуем это все воедино. И получаем бабах undefined reference to f. Но для того, чтобы функции как-то можно было использовать, у них, очевидно, должны быть какие-то имена. Мы написали просто код, который безымянный, некоторый бинарный файл, который содержит просто последовательность байт. Ну и можно завести какую-то метку f. Теперь мы
Да, ну давайте перед тем, как компилировать, я посмотрю на таблицу символов, которая у нас получилась в объектном файле. Никаких символов тут нет. Да, но зато есть несколько секций, вот про них полезно пояснить. Что такое секции? Так, наверное, надо сразу стирать, чтобы оно успело высыхать. Все наше адресное пространство процесса начинается с нуля. Вначале располагается программа, дальше снизу вверх растет куча, где-то сверху вниз до ограниченного размера растет стек. И сама программа делится на несколько частей. Что за куча? Хип, обычная куча, которая malloc, clog, new, delete. Итак, при этом сама программа у нас тоже делится на несколько частей, которые называются секции. Сейчас, а стек переполняется, когда... Стек переполняется, когда он доходит до некоторой границы и во что-то упирается. То есть у них есть отдельные границы? Да, это две... Здесь у нас очень далеко они друг от друга находятся. То есть 4 под Linux 3 гигабайта на 32-битной архитектуре. В общем, места хватит. Хотя в какой-то момент, да, память кончится. Так вот, и сами секции, они тоже, сама программа тоже делится на некоторые секции. И вот мы их можем наблюдать в нашем объектном файле. Итак, секция .text. Что это такое? Это место, где хранится код программы. То есть какие-то бинарные данные, просто последовательность команд. Секция .data. Там хранятся глобальные переменные, статические поля классов, статические переменные. И вот там еще, точнее я вру, они обычно в другом порядке, хотя на самом деле это не регламентировано. То есть здесь первая идет секция текста, она должна быть вот здесь, вот внизу, ближе к нулю. Текст, дальше data, все правильно. И секция .bss, это на самом деле тоже секция data. Единственное отличие заключается в том, что она имеет только размер, но не какие-то данные внутри. Просто для того, чтобы сэкономить место в исполняемом файле. Ну, например, это не инициализированные переменные. Data — это инициализированные переменные. Зачем нужно вообще разделение на секции? Ну, потому что они могут располагаться в разных страницах памяти, которые имеют тоже права на чтение, запись, выполнение. Ну, у секции текст логично, чтобы права были чтение без записи и возможность выполнения, а у других секций для данных права на чтение и на запись, но не на выполнение. Вот для этого нужно разделение на секции. Хотя в архитектуре ARM это не контролируется, ну, 32-битной, по крайней мере. Так, ну, как мы объявляем название секции? Просто точка текст. Это означает, ну, по умолчанию оно и подразумевается, но если у вас, да, секций может быть несколько, они могут чередоваться в произвольном порядке, но вот весь код, который у вас должен выполняться и является командой, должен находиться в секции .text, а все остальное должно находиться в секции data. Что? .data. То, что мы написали сейчас .text, что это означает? Это означает, что вот вся эта вся последняя, что дальше идет после, начиная со второй строки, и будет записано в секцию текст, причем дальше вы можете объявить секцию .data, какие-то данные, константы и так далее. А то, что до этого у нас не было записи в .text, значит, мы не могли исполнить там? Нет, просто по умолчанию он самое начало считает в секции текст. Дальше у вас может быть какая-то секция с данными, и потом опять еще одна секция текст, и это может быть произвольным образом. В чем смысл секции с данными? Константы, например, хранить. Ну, константы можно, конечно, и в текст хранить, а, допустим, объявить какие-то локальные перемены. То есть у вас же регистров может быть мало, то есть не локальные, а глобальные переменные. Так, ну ладно. Это первая модификация. Название функции мы добавили. Секцию тоже дописали. Перекомпилируем еще раз
файл export.o, точнее .s. Давайте удостоверимся, что в таблице символов у нас действительно что-то есть. Да, вот у нас есть секция текст. Ну это он по умолчанию что-то создал. Начинается с нуля смещение, то есть прямо сразу. Есть имя f. Все, замечательно. Имя у нас есть. Теперь давайте это все скомпонуем. И опять же бабах. Undefined reference to f. Вот в чем подстава? Ну, давайте посмотрим еще раз на таблицу символов. Вот функция f есть. Замечательно. Что у нас находится в объектном файле, связанном? Функция f не тип переписал? Нет, никакого типа у нас есть. Никаких типов у нас нет. У нас есть атрибуты видимости в таблице символов. Вот для... Давайте сравним с main. Есть функция main, которая использует f и print, которые пока еще считаются ненайденными. А функция main обозначена как глобальная, то есть это аналог ключевого слова extern на языке C или C++. А буква L — это все, что является локальным, не попадающим, недоступным для связывания. Ну и, соответственно, поскольку f у нас является какой-то внутренней меткой, то мы ее использовать не можем до тех пор, пока не объявим глобальную. То есть не допишем некоторый аналог ключевого слова extern. Делается это с помощью директивы global и название какой-то метки. Все, теперь. Точка global, получается, будет записана в файл текст или как? Нет, точка global означает, какие из меток с двоеточием вы считаете глобальными, доступно глобальными. Ну, то есть те, которые попадают в таблицу символов и при этом доступны для линковки извне. В каком порядке они должны идти там с точки текст? Ну, обычно пишут после названия секции. Но при этом можно... Ну да, но меток у вас может быть много. В плане, можно ли написать какую-нибудь другую секцию, например, дата, и потом... Да, можно, это будет означать, например, название глобальных переменных, которые доступны извне. Но экстерн переменные в языке C. То есть оно также будет работать? Да, оно будет точно так же работать. Так, ладно, теперь, кстати, что у нас не хватает? Мы функции main, давайте я все-таки покрупнее. Давайте еще раз открою функцию main. Так, здесь уже стало невыгодно использовать. Давайте я просто уберу комментарий, запомню, что у нас число 11. Так, мы функцию f используем именно как функцию, которая еще и возвращает int. Что есть у каждой функции, если бы мы написали ее на C или на плюсах? И она что-то возвращает. Да, нужен какой-то return. Теперь вопрос, а куда нужно возвращаться? То есть мы выполняем последовательность команд, выполняем 1, 2, 3, 4 команды. А куда мы потом должны вернуться? Не, ну нам складывать ничего не нужно, результат у нас и так уже в R0. Но что должно быть в следующей инструкции после 7? Наверное, мы должны куда-то перейти. А что у нас по факту получится? Получится какой-то мусор, возможно, из другой секции. Почему? Ну, потому что эта секция текст, дальше мы линкуем еще с чем-то, где может быть свои секции D, это текст, и что-то неопределенное. То есть нам нужно в конце еще восьмой строчкой написать прыжок куда-нибудь. Для прыжков используется одна из трех команд. Это либо команда B, да, они очень короткие. B – это сокращение от английского слова branch. Branch – выполнить переход куда-нибудь. И для команды branch нужно подставить какую-то метку. То есть вот здесь мы написали, ну, подставить название метки. Метка – вот эта вот, буква F, например, либо еще какое-то произвольное количество. Это условно, да, синтаксически вам ничего не напоминает. Оператор goTo в C++.
Во что превращаются метки? Вот здесь на стадии линковки просто подставляются реальные адреса, ну, в смещениях, естественно, какие-то численные значения на стадии ассемблирования. Так, дальше. Мы можем адрес хранить не на этапе компиляции подставлять, а хранить в каком-нибудь регистре. Для этого используется значение инструкции B с суффиксом X. Ну, берем значение адреса из какого-нибудь регистра типа R0 и переходим по этому адресу. Получили какой-то рандом, на него прыгаем. Сейчас, вот когда мы написали BF, мы что, прыгнули значение начала функции? Да, это... Исполнять заново? Начнем. Да, это по сути зацикливание до бесконечности. А как там все закончилось? Отдать следующий? Про это мы еще поговорим, обязательно, не волнуйтесь. Доберемся до этого. Так, вот BX требует названия какого-то регистра, просто прочитать значение из регистра и перейти по этому адресу. Теперь вот то, что я говорил, есть регистр специального значения, которое называется LR. Для чего он нужен? Он хранит значение, которое записывается командой BL куда-нибудь. Вот команда B с суффиксом L означает, что нужно предварительно перед тем, как прыгнуть на метку, сохранить адрес следующей инструкции, ну, текущей плюс 4 байта, в регистр R14. Он же имеет суффикс LR. То есть, по сути, как нам выйти из функции? Нам нужно прочитать значение из регистра LR и записать его, то есть сделать просто mov, program counter, регистр LR. Ну или записать по-другому. Записать в значение регистра R15 и значение R14. Все, это выход из функции. Немножко опасно, с точки зрения, что если мы начали функцию из функции, мы потерли старый R14. Вот про старый R14, да, мы обязаны их сохранять. Для этого нужен стек. Вот, ну, на самом деле команды явного перемещения использовать можно, но это затрудняет читабельность кода. Поэтому просто bx на значение из LR. Это что-то, что невозможно дебажить, и должно... Ну почему? Тут программа очень короткая, дебажится на бумажке. Так, ладно. Функция f глобальная, все. Здесь мы до конца довели результат. Давайте это все окончательно перекомпилируем. А используется соглашение о вызовах. То есть для Linux все аргументы целочисленные, они передаются по порядку. С R0 по R4. Если... Ну, как, я так понимаю, что какое соответствие между переменной ABC и R0? Никаких названий переменных здесь нет, есть просто какие-то ячейки. И они просто передаются слева направо. A0, 1, 2, 3, 4. Ну, в Linux такое соглашение. А если не хватит, тогда тут уже нужно часть использовать через регистр, все остальное уже запихивать в стек и доставать из стека. Так, ладно, давайте я это все перекомпилирую еще раз. gcc-c expo stack. На всякий случай еще и main. Теперь мы это все линкуем. .o и main.o. Так. А теперь мы это запускаем. Ну, естественно, запускаем через QEMU. Тыц. И получаем какую-то странную штуковину. Результат мы не получили. Получили какую-то странную ошибку legal instruction. Вот да, это боль, то, с чем приходится сталкиваться. На самом деле здесь немного неочевидно, почему эта ошибка возникла. Во всем виноват GCC, который скомпилировал вот этот код, который в правой части, немножко странным образом. Вот давайте еще раз посмотрим на вывод дезассемблирования для ассемблерной программы.
только не на S, а на O. Ну, вроде похоже на правду то, что мы написали. Логично? Так, теперь посмотрим на то, как выглядит дезассимилированный вывод для функции main. Вот выглядит он как-то очень страшно. А именно, вот здесь все красиво, ровненько, да, 1, 2, 3, 4 байта, ну, с префиксом E. Это Яндианис просто указывает. И... Это текст этой команды? Это читали или нет, или что? Вот эти числа, это числа, это в 16-ричной форме записи закодированный бинарный код команды. А для функции main, тут смотрите, где-то 2 байта, где-то 4 байта. В общем, какая-то чушь творится. А, связано это с тем, что у большинства 300-битных армов есть еще один дополнительное расширение набор команд, где одна команда это не 32 бита, а 16 бит. Для чего это нужно было сделать? Ну, когда-то еще в старых мобильных телефонах нужно было как можно компактнее все хранить. И, кроме того, они быстрее загружаются. И вот компилятор GCC тут нам выпендривает. Да, причем армы, они умеют переключаться между режимами работы, 16-битным и 32-битным. Причем это происходит на этапе вызова функции. И здесь компилятор GCC посмотрел на функцию main, сказал, что ее можно сделать 16-битным и соптимизировал. Вот чтобы он этим не развлекался, нужно... указать еще одну опцию для... То есть тот текст, который мы пишем на ассемблере, он никак не оптимизируется. Что написали, то и получили. Просто трансляция. А из C-шного кода нужно явным образом указать набор команд полноценный ARM, а в противовес там есть, называется... Вот 16-битный, это называется там. Вот если мы явно говорим, что использовать ARM... Теперь смотрим, что у нас получилось в функции main. О, теперь все хорошо, все замечательно. Обычные 32-битные инструкции. Так, ну ладно, теперь компонуем это еще раз. Запускаем с помощью QEMU нашу программку. Все, вы написали свою первую программу на ассемблере. Так, ладно, теперь это то, что было совсем простенькими программками. Вот несколько регистров это хорошо, да, но особо сильно так не разойдешься. И иногда возникает необходимость все-таки работать с памятью. То есть, ну, даже сделать что-то осмысленное, поделиться своим результатом вычислений, для этого тоже нужна память. Инструкции для ввода и вывода из памяти. Вот почему мы начинаем изучение именно с ассемблера ARM, потому что здесь все это очевидно и понятно. У вас есть какие-то регистры, с которыми вы можете творить все, что захотите. И у вас есть две операции. Одна называется LDR, другая STR. LDR это сокращение от Load Register. Вторая STR это Store to Register. Store from Register. Первый аргумент название регистра, второй в квадратных скобочках название регистра, который хранит адрес. То есть либо записать что-то по указателю, либо прочитать. Но давайте теперь рассмотрим другой тип задач. Это посчитать сумму некоторое значение регистра R0 плюс сумму, ну, где-нибудь храним, например, давайте так, функция суммирования. У вас тоже задача такая есть. Первый аргумент это значение начальное, дальше идет количество элементов, которые нужно добавить к ряду, и указатель вида in звездочка на, в общем, какой-то массив. Так, как представляется на C и на C++ обычный массив? Понимаете, что такое in звездочка? Это просто какое-то число, которое хранит адрес первого элемента.
Ну и посчитать такую сумму, вернуть ее, соответственно, обратно в регистр R0, как результат. Так, а... Кстати, как работает strlen? Он идет до... strlen, он, да, он ищет слэш 0, поэтому его использовать обычно опасно. А там еще какая-то... strnlen есть, который ограничивает прибор не более чем. Что-то в последней задаче про ETF вылезало, что если из файла читать, там какие-то два левых или один левый символ в конце добавляется. Если читать из файла, да нет, нет, не добавляется ничего. Что прочитали из файла, все, дальше файл закончился, вы получаете признак минус единицы. Чего-то... End of file ты имеешь в виду? Что? Ты имеешь в виду end of file? Возможно, он. Ну, то есть... Там, нет, там просто хитрее, нужно его отдельно обрабатывать, там есть тонкость. Если вы читаете и записываете в тип char результат чтения очередного байта из файла, тут, может быть, возникнет подстава, если вы читаете байт с кодом 255. Потому что он численно совпадает со значением минус единица по свойству обратного дополнительного кода. А это как раз признак EOF. Хотя байт вполне себе легальный. Поэтому функции чтения должны сначала записываться что-то интовое, дальше проверять на минус 1. Так, ага. А что, непонятно? Нет. Просто при тестах из командной строки все работает правильно, при тестах из файла вылезает какой-то символ в конце. Просто вот все корректно, а в конце добавлен символ. Ну, различие может только на этапе флаш происходить, потому что по-разному работает высокоуровневый ввод-вывод, связанный с буферизацией. Возможно, вы записали что-то, какой-то сплошной, либо какой-то некорректный символ. Ну, только из этих соображений. Тут надо смотреть уже детали. Так, ладно. В общем, задача. Посчитать сумму ряда от всех i от 0 до n, ну, то есть x0, плюс сумма всех x итых. Теперь нам требуется уже обращение к памяти, потому что массив — это только память. Так, x0 у нас как первый аргумент хранится в R0, а N у нас хранится в R1, и указатель хранится в R2. Так, ну давайте это дело теперь просчитаем. Диктуйте программу для чтения. Давайте сначала напишем псевдокод, как бы это написали на C, а потом поработаем компилятором. Так, в общем, нам нужно завести... просто пойти в цикле по некоторой целочисленной переменной от нуля до тех пор, пока и строго меньше n, каждый раз увеличивая значение и выполнить. Так, я фигурные скобочки, ну ладно, всякий случай буду писать, хотя места мало. Так, что нам нужно сделать? Нам нужно взять значение R0 и прибавить к нему просто x и t. Ну, казалось бы, все очевидно. Ну, а потом в R0 у нас есть уже готовый результат. Так, теперь давайте итеративно перепишем это все на язык ассемблера для ARM. Ну, во-первых, вот эта часть R0 плюс равно x и t. Что это по смыслу означает? Это означает, что у нас есть некоторое значение. Ну, да, во-первых, что тут плохо? Мы заводим уже еще одну какую-то переменную. То есть плюс дополнительный регистр. Давайте немного сначала соптимизируем код, а потом будем переписывать. Как мы можем избавиться, для того чтобы посчитать сумму ряда обычных целых чисел, избавившись от еще одной переменной? Можно из n вычитать единицу? Да. Здесь мы можем убрать еще одну переменную и просто в другом порядке считать справа налево, а не слева направо. Это не особо принципиально. Так, то есть мы не делаем никакой инициализации до тех пор, пока n больше либо равно нулю, и каждый раз уменьшая значение n. И, соответственно, перемены i у нас нет, берем x. Логично?
Так, теперь давайте вот этот кусок чуть более подробно распишем. Что означает x в квадратных скобочках? Начнем с n равно n большого. Да, пока больше либо 0 единицы. Если напишем минус 1, минус 1, новый перемен. Так, минус 1, и, соответственно, условие, пока n строго больше нуля. Правильно? Ну, либо, видимо, минус минус n надо сделать в начале. Да, согласен. Мы делаем в начале n минус минус. Так, x тогда здесь n минус 1 не требуется, согласен. И хотя бы больше либо равно 0. Да, и возвращаем обратно больше либо равно 0. Все правильно. Так, ну что значит xnt? По смыслу это взять значение адресов x, прибавить просто значение. Вот если бы у нас были нетипизированные данные, то n умножить на размер инта сколько в байтах? 4. Умножить на 4. Но вот если мы не знаем про типизацию, это будет работать. Если у нас явным образом объявлено, что это указатель на какую-то величину, то здесь компилятор на языке C и C++ автоматически домножает. Ну, давайте вот этот кусок сейчас перепишем. Здесь уже, ну, приходится заводить все-таки еще одну переменную. Так, 0, 1, 2, 3 у нас заняты. Ну, давайте будет... Так, а нет, 0, 1, 2 заняты. Давайте R3, это будет указатель. В него мы запишем вот такую величину. R2 плюс значение R1, которое... Все понимают, что N это R1, можно сразу уже переписать. Плюс R1 умноженное на 4. Ну или сначала вычислить R3 как R1 умножить на 4, а потом добавить к нему следующим шагом R2. Не особо принципиально. Так, дальше. И следующий шаг, нам нужно разименовать этот указатель. Ну, здесь мы можем повторно использовать тот же самый регистр. Берем, разименовываем. И к R0 прибавляем то, что получилось. Вот с точки зрения синтаксиса ассемблера, что значит разыменовать указатель? У нас в некотором регистре хранится адрес. Нам нужно прочитать из памяти в регистр значение по этому адресу. Как раз та самая команда LDR. Синтаксически записывается следующим образом. LDR. Куда записать? И откуда взять адрес. Так. Ну, такой синтаксис, чтобы глазами было видно, что это именно взятие по какого-то элемента по адресу. Так, ладно, что нам теперь еще мешает переписать это полностью на ассемблер? На ассемблере нет никаких вложенностей. Да, нет еще четверки и нет for. Да, нет цифры for. Давайте мы избавимся от этого for. Через да, давайте перепишем через GoTo. Как это можно переписать? Ну, можно переписать через do while. Ну, можно сказать, что если n там хотя бы 0, то go начало. Да, у нас есть какая-то метка begin. Так, все, никаких фигур в скобочках у нас больше нет. Теперь нам нужно сделать проверить. То есть мы вычислили что-то. Так, дальше. Делаем декремент. Ну, у нас было n в регистре R1. Так. И что дальше мы смотрим? Если n больше либо равно чем 0, точнее ставим отрицание, если не n больше либо равно 0. Наоборот, скорее, если n хотя бы 0, то мы go начнем. Но я говорю, если отрицание... Нет, если не отрицание, то мы не должны идти. Мы должны закончить. А, если да, верно, да. То мы... Да, согласен. Я уже начинаю путаться под вечер. То есть если n больше либо равно 0, то go to
на метку begin. Но go to это просто обычная B, без всяких условий. Давайте еще TV запишу. А go to там, в C-шном коде это нормально? В C-шном коде, ну, go to обычно только для имитации обработки исключений, не более того. Это антипаттерн промышленный бренч. Так, в общем, нам нужно бренчнуться на метку begin, которая перед началом цикла. В противном случае, ну все, мы завершаем нашу функцию, делаем обычный bxlr. Все, программа завершилась. Так, теперь как нам... Да, конструкции if у нас тоже нет. Но зато у нас есть операция сравнения. И кроме того, давайте я просто открою рединг на GitHub со всеми суффиксами. Есть еще отдельный набор команд. Вот в конце каждой команды можно написать еще некоторый суффикс, при условии которого команда будет выполняться. Ну, либо не будет выполняться вообще. То есть, что значит проверить условия, если n больше либо равно нулю? Это означает, что мы выполняем бренч только при выполнении некоторого условия. Если он не выполняется, то команда игнорируется и идет дальше. Теперь суффиксы условий. У нас могут дописываться после названия, причем в армии можно дописывать после любой команды, не обязательно бренч. Это его особенность. Так. Ну, что означает n равно нулю? Это значит, что в результате последней операции получили результат 0. У всех процессоров, кроме обычных регистров, есть еще отдельный специальный регистр, называемый регистр флагов. Ну и основные используемые флаги – это z. Значит, в результате последней операции получился нулевой результат. Флаг carry – это означает, что получили беззнаковое целочисленное переполнение. Дальше. Флаг негатив, если получили отрицательный результат, если трактовать его как знаковый. И вот в интеловских он означает буквой O overflow, а в армии буквой V. Это означает, что мы получили знаковое переполнение. Так вот, если при декременте... Так, вот эту часть я стираю. Они хранятся внутри процессора и проставляются, вот в интеллской архитектуре они проставляются всегда после выполнения любой операции. А в ARM, если дописать суффикс команды, так, здесь я уменьшал значение R1, то есть делаю sub уменьшение R1 на единичку. Вот флаг S в конце названия команды означает, что нужно обновить регистр флагов. Вот на ARM это происходит не автоматически. Только если стоит специальный бит в команде. Так, все. То есть, если у нас получилось значение 0, то проставляется вот этот флаг. Он становится активным. И команда, которая проверяет флаг Z, и только при его наличии, то есть только при его отсутствии, переходит на нужную метку. Смотрим по табличке в рединге, там флаг not z, но по названию greater or equal. Ну да, то же самое. Можно еще выполнить вместо sub команду сравнения просто cmp значений двух регистров. Либо если регистр сам с собой, то сделать операцию по разрядному или. С проставлением. Cmp результат сравнения больше, меньше либо равно. Она просто обновляет для двух регистров, обновляет набор флагов. Что у нас получается в результате сложения одного из другого. Итак, А вот эти флаги где они хранятся? Есть просто отдельный регистр, который не полностью на все 32 бита используется. Напрямую вы в него читать, записывать не можете, но вы можете отдельными командами либо проставлять флаги, либо их читать. Так, в общем, у вас есть регистр команда sub с суффиксом s, которая при этом еще обновляет флаг. В случае, если получили значение 0, то проходить нам дальше не нужно. Ну, флаг not z. Not z, и при этом еще не возникло никакого переполнения.
BGT. Branches in case of greater or equal. А, точнее, нет, greater or equal. GT, GE, GE у нас, да. Ну, по смыслу, если больше либо равно, тогда прыгаем. Если нет, то идем дальше. Так, ладно, закодить сможете? У вас домашка такая. У вас есть выбор? Нет, она обязательная. А, для всех, кроме бренч, потому что бренч, хотя вот насчет бренча я не помню. В общем, для всех команд любых это суффикс, а не отдельная команда. И точно так же вы можете вот эти все условия, greater than, equal и так далее, not equal, дописывать к любой команде, а не только команде branch. Есть ли здесь что-то более читабельное, чем команда? Что? Есть ли что-то более читабельное? А, да, по поводу того, что самое читабельное вот в случае архитектуры ARM. Это не в манах вовсе. Там же на GitHub валяется... А, у меня GitHub открыт. Ссылочка, сейчас найду. О, референс. Это PDF-ка на английском языке, но зато очень подробная, и там расписано все, что только душе угодно. Она большая и страшная? А, нет, она нормальная, там вот есть... Вот принципиальный раздел инструкций, она нормально сделана, то есть алфавитный список. То есть тут полное описание архитектуры и плюс по содержанию можете найти инструкцию, необходимую вам, и посмотреть. Ну, тот же LDR. Но она не рассчитана на полное прочтение. Что? Нет, полностью читать не нужно, просто она хорошо написана.